Всем привет, друзья! Я все еще в Витебске и хочу вас познакомить с еще одним участником бойцовского шоу «Патриот», участником главного боя вечера с Карбовским Валерием. Валерий вам знаком по видео с Могилева. На нашем канале есть предостаточное видео красочных его боев и красивых. Обязательно посмотрите, вам точно понравится. И хочу познакомить вас с Валерием еще поближе и задать ему пару вопросов перед этим шоу. Привет, Валерий! Привет! И первый мой вопрос классический. Я хочу узнать, из какого ты клуба, сколько ты занимаешься единоборствами и кто тебя готовит к этому мероприятию? Занимаюсь я в клубе Start Legend Team. Тренирует меня Конышев Вячеслав Анатольевич. И сколько ты занимаешься единоборствами в общей сложности? Где-то полгода. Полгода, ребята. И мой следующий вопрос, Валерий, я его задавал твоему сопернику в Могилеве. И вопрос такой. У тебя главный бой вечера. За тебя в соцсетях проголосовало очень много человек. Добавляет ли тебе это какой-то дополнительной ответственности и мотивации при выходе на бой? Меня приятно удивило, что такое большое количество человек проголосовало за меня. И то, что я участвую в самом главном бою вечера, добавляет мне ответственности и мотивации сделать все, блять, красиво. Ну что, продолжаем. И мой заключительный вопрос. Валера, почему именно ММА? Ну, я всегда хотел развиваться во всех видах единоборств, ну, а ММА для этого идеально подходит. Понятно. Ну что, ребята, вот и подошло к концу наше интервью с Валерой. Получили много интересных ответов и, конечно же, пожелаем ему искренней победы и красочного боя на этом шоу. А вы, ребята, если кто-то хочет поболеть за клуб Start Legend Team, обращайтесь к администраторам группы, канала за подробностями. Если красивые девчонки хотят прийти на это шоу, то пишите Валере. Ну а сейчас до новых встреч, ребята.